могут ДД ориентироваться, когда надо босса подбить, когда трэп. Этот мир вот-вот заходим. В бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Да дорогу твоит. Войд по дуде. Так, Тимыч. Перебежали. Если бы ты отбежал дальше, ты бы не получил урона. Потом надо было под спиной босса по кругу. Ну, вообще я так и собирался, у меня прилетел сразу этих 7 мобов. Бежали. Локи. По боссу дайте немного дамага. Пока тут у тебя БР. Кружочек. Заходим. Подкручиваем. Смещаемся. Быстрее. Ой, блядь, сказали быстрее, все стоят. Там хуёвое лезвие было, падайте. Так я ж говорю, левее, типа, перейдите. Там лезвие прям в жопу стрельнуло. Понимаешь, ты выжил, ты стоял в зоне, где танк еще стоит. Так босс уже стоит, блин. Ты видел, как босс стоял? Они стояли, мы появились, лезвие перпендикулярно в нем появилось. А ты был под мордой. Вот вся разница. Я не был под мордой. Бежали, бафнулись быстренько. Миша, одну секунду. Джикса поставьте. Мамонта поставьте. Поставьте мамонта.
Я Дживса поставила. Дракон готов? Заходим. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Далеко огонь пойдет. Ушли от огня. Коват. Бежали. По боссу немножко скрыть. Заходим. Вот, верни. Розелина. Смещаемся. Льве, демон. А тут сейчас стоим на этом месте. Даркс. А чуть-чуть вперед бежать. Стопните. Стоп. Давайте иннеры хилам. Правильно. Я не знаю, что это было. Оно немножко откатывает назад порой. Ну, типа вот... Не оно откатывает. Не оно откатывает, а вы, блядь, просто подходите ближе. Смотрите, не, вот я, то бишь, я пробежал, все, остановился. Сейчас новое лезвие меня шло. Там явно видно, как вы, блядь, подходите ближе. Нахуя вам, блядь, подходить ближе? Стойте, сука, на месте. В чем проблема? Падайте.
Как только, блядь, идет нон-стоп, то ли надо ж, блядь, куда-то, сука, бежать. Падайте. С клоудбоном не диспойтся, я сам не диспой. И чё, нам, может, лучше тогда правее сдвинуть, если уж мы так близко подходим? Не надо было. Не знаю, все перебежали, стояли на месте. Потом вы куда-то вперед, видать, еще дернулись. Ну, еще раз вам объясняю эту херню. Сейчас увижу кого-то, блять, под боссом до первого лезвия и вообще на последнем лезвии под боссом кого-то увижу, так что босс лезвие срезал. Я сразу буду начислять. Вам, блять, нихуя делать не надо, вам просто надо выжить, блять. В чем сложность отойти, сука, назад на максимальный рейндж? И постоять, подождать, пока лезвие пройдет. Одни говорят двигаться, другие говорят не двигаться. Так это если вы назад слегка на середину, а потом подойдет, чё? Да там фрейм босса, блять, на пол купола. Нахуй туда вообще подходить? Интересно. Для ДД тут с обычкой разница только в том, что тебе надо бить трэш в цвету, и все. Да, да. Как вы, блядь, в какие-то лезвия попадаете, я в душе не ебу. Откуда позовете? Я здесь. Кават. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры. Я пока на другом персе посижу, квесты поделаю. Адмирал, ты бы хоть интеллект себе бафнул. Кстати, что с ДПСом? Почему, блядь, по 12 тысяч у людей ДПСа? Перебежали. Огонь близко будет. Бежали. Кват, еще раз так прибежишь, ГП дам. А если в небе метеор смотрю? Заходим. Розелина. Кручу. Вмещаемся быстрей. Падайте. Блять, вы можете, пожалуйста, прерывать свои ебучие косты и просто бежать? Зачисляю всем, кто поумирал.
Пацаны, смотрите за крестом этими. Всем, кто подох, блядь, от лезвия, сразу начисляй. Я сейчас специально забежал, блядь. Да хрен знает, кто там подох. Я идёшь, значит, там всем начисляй. Начисляй всем. Там умерло человек 7. Там у адмирала, потом можно по стриму посмотреть. Хотя да, я сейчас этот гляну. Вы скажите, вы долбоёбы или нет? Вы не можете стать нормально, блядь, этот? До первых лезвий, блядь, не бить, просто, блядь, не кастовать нихуя, просто, чтобы прошли, блядь, первые лезвия, сука, а потом бить босса. Просто выжить, блядь, на первых лезвиях. Нахуя вы бьете босса? Нахуя вы заходите туда вообще там что-то делать? Ведь вам просто надо, блядь, встать на позиционку так, чтобы вас лезвие не убило. До первых лезвий, блядь. Потом после первых лезвий бейте вы сколько угодно. Там уже лезвие не убьют, блядь. Тут а вы стоите, бьете босса. До первых лезвий вообще босса бить не надо. Там просто надо занять позиционку и выжить на первых лезвиях. Тут больше не по 12 тысяч ДПС. 10, 10, 11, почти 12, 12, адмирал Ракан 14. Покажи мне строчку ДПС, адмирал, быстрее. Розелина, что с ДПСом, блядь? 4Т5 уже, блядь, есть. Какого хуя ДПСа нету? Драгонсон, то же самое, блядь. Я не бил, когда мы перешли в 8, у меня ДПС упал. Тут первая фаза, блядь. Почему первая? Там это проще. Тех, кто похуярит босса постоянно. Трэшем, блядь. Если ты не бил, значит у тебя твое значение должно остаться на месте. Это первая фаза. Мне первую фазу линканули. Какого хуя ты на этот, на последних позициях? Ретриком. Ну что, блядь, за ДПС, нахуй? Как на орке, так двадцатку, блядь, готовы давать. Тут, блядь, 12 тысяч. Охуенно. Чем больше ДПС, тем легче босс. Всем, кто ниже Никитоса, блядь, просто нахуй бери и меняй, потому что вообще ДПС не... Вы, блядь... Бить босса будете вообще? Жужин Кладбон. Да и тут даже, блядь, хуй с ним с ДПСом. Люди от лезвия умирают. И от метеоритов. Есть у кого-то этот момент? Заходим. С каким ДПСом до Берсу не успеешь. Ну, хуй его. Первые строчки тянут последние. Получается что-то средненькое. Первые строчки, а у Ешера второй. Вас убивали и без этого, и без Т5 еще. Тут, блядь, люди в Т5. Люди в Т5, блядь, на последних позициях по 10 тысяч ДПС. Ты чё? Манекен без бафов такой ДПС выдает. Без АУЕ. Пока тут прибежали. Близко огонь будет. Зашли от огня. Бон. Забагался один. Локи, подходи. Небеса в огне.
Перебежали. Огонь в нас. По боссу немного. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Заходим. Максимальный рейндж, встаньте, блядь. Готов. Не стойте возле босса. Лезвие 5 секунд. Начинаю крутить. Смещаемся. Никитас Агро. Фарада. Адмирал. Шинен, правее отойди. Он сказал правее отойди, это сейчас бы срезало. Мосса, на тебе метка. Стопнули ДПС. Никто не бьет. Стоп, ДПС! НРА хилам залейте. Локи метка. 2 секунды. Бьем. Выходим под хвост. Побежали, 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 сейчас появится. Поглушение не спалите. Жужу. Метеор падает. Перебежали. РДД по большому, милики по мелким. Жужун, дай старфол. Стопните. Полосу. Топ по боссу, Свет. Босса не трогаем. Трэш заливаем. Трэш выйдется. Там один только. По боссу играем. Перебежали. Стоп по боссу. Кучнее Свет. Нямка ушел. Босса никто не трогает. По боссу. Жнуэн, подними рогу. По боссу играем, Свет. Свет, бейте босса. Пхан. На танке, остаемся здесь. Стопнули по боссу, Свет. Босса никто не трогает, Свет. Сука. Танка забери. Ебаный портал, блин. Нямка ушел. Мосса, подними Тимыча. Быстрее мобо заливаем. Босс никто не трогает. Быстрее, да. Метеор сейчас будет. Перебежали. Быстрее мобов надо залить. По боссу сыграли. Тьма, стоп. Геру, Свету дайте.
Мелких заливаем. РДД по-большому, чтоб не вы. По боссу стоп свет. Во тьме дайте геру. Мелких заливаем. Перебежали метеор. Быстрее больших. Тьма стоп. Соло грозу покастуйте на мейн танка. Свету. Провокатор. Не спал. Больших забираете, там уже мелкий вырос, пиздец. Перебежали. Тьма, свет стоп по боссу. Нет, да, блядь. Тьма по боссу. Свет по боссу немного. Свет стопнули. Свет вообще не трогает босса. Метеор. Прибежали. Все же берсон. Поверни, бля, упал. Ну чё, как ДПС? Заебись. 10, 11 тысяч, заебись ДПС. Как ворка, блядь, двадцатку давать, так все молодцы, блядь, а тут 10-11 тысяч ДПС. Да, ДПС ушел в мелких, которые вырастали. Там один, блядь, вообще больше этого большого. Знаешь, что самое прикольное? Что в свету, вот, допустим, взять 2 минуты боя на третьей фазе, у босса отнялся только 1 лям за 2 минуты. За 2 минуты отнялся, сука, 1 лям у босса. Вопрос, что вы там, блядь, делаете? Еще при условии, что я должен быть во тьме, а я в свет прыгаю. А что ты в свету делаешь? Ты сказал, что я пойду во тьму, а он в свет. Сейчас в самом начале. После первого вайпа. Я это Рога, в смысле. Ну, ты это, да. А им типа реально в свету не хватает ДПС. Может, все-таки я пойду в свет и будем трэшлить? Да, нет, на трэш ДПС дохуя. Дело так не вы в том... забираете с танка. Дело не в том, что у нас ДПС сидит, не хватает. У нас ДПС уходит в мелких, которые вырастают. Не будут мелкие вырастать, у нас все будет прекрасно. Нам либо нужен третий танк, либо нужен еще кто-то, ну, который будет постоянно пулить Савайда. Войд забирает очень много на себя мелких. Очень много. Как он забирает их, блять? Вопрос. Я не знаю. Или вы напуливаете на них мелкий трэш. Или, блядь, он мусор разбивает на мелкий трэш. Хуй его знает. Он забирает... У него босс, который, блядь, постоянно агро на нем. Его даже трогать ему, блядь, агро особо набивать не надо. И плюс, он, блядь, ЛПшкой забирает на себя большого моба. Вся его задача, блядь. Не, возможно, здесь мой косяк, в смысле, я напуливаю ТАОЕшкой. А, ну получается, вот это... я когда у большого моба хуярю, я когда его напуливаю, большого, соответственно, и маленькие, которые рядом с большим, они тоже на него напуливают. Охуенно, нахуя ты это делаешь? А как я тебе по-другому сделаю, блядь, я сука. Бля, не напуливай тогда, пускай прони один кидает. А мы-то думаем, что у Войда дохуя мелкий сидит. Так, получается, у нас Локи во тьме, Даркес, Розелина,
Рога. Кто еще? Кто я забыл? Ебал. Нет, я вспомнил. Это... Ну, Вервульф, Локи, Розелина, Даркер. Адмирал еще во тьме. Нет, адмирал Свету. Я ему свет сказал. Ты должен во тьме быть, ты ШП. Да как они будут АОЕшить? У меня АОЕ сам охуенное очень. Они очень мелких задевают. Еще раз что? Говорю. Не проблема знаешь, в мелких, проблема в том, что они сидят на танке и растут постоянно в ХП. Вот в чем была проблема. Ты знаешь, почему ты во тьме находишься ШПшкой? Нет. Чтобы хилить Патьку. Я тут, пацаны, сорян. Мне сказали, я прыгнул себе. Кто тебе сказал? Я не помню, кто мне сказал. Мне сказали, кончик свет, я прыгнул. Здесь только могу что-то я сказать. По поводу, кто где находится. У нас минус один ДД, блядь, во тьме. Свету постоянно приходится стопать, нахуй. Нахуя ты уходишь во свет? У нас свет постоянно стопает по боссу, потому что ты, блядь, сука, находишься в свету. Типа, зачем? Зачем, блядь, рейд напрягать? Рога. Три лока, прист, плюс рога, вы всегда во тьме находитесь. Ладно, ты заменять будешь кого-то или нет? Пока нет. Пристабав дайте. Посмотрим, если на этом следующем пуле ДПС не вырастет, тогда поменяю нахер. Фласки у всех выпиты, посмотри, на СПД, АП, сапроты. Будем сейчас топовые фласки пить, будете покупать, если нету ДПС. Там просто у некоторых уже закончились они. Так я уже смотрел, там большинство были. Час ну, уже просто. Не вижу никакой фласки. Просто уже час прошел, поэтому уже спали. Адмирал драконьего разума. У меня одна фласка драконьего. Ну, стоит половина моих запасов. Зужин Кладбан. Заходим. Метки на ласт фазе я не буду озвучивать, сами смотрите. Узреть начало эры разрушения. И... Кто-то сова, короче, стоит ближе мили, как босс в свету. Жужин. Тут нужна, блядь, сова, нахуй. Жужин, даешь Starfall, как только выходят мелкие, чтобы они шли на тебя. С тебя милики один хер. Они когда они уже пришли под тебя? Япончик ближе милика. Даркс. Перебежали. Огонь. Перебежали. Котенок, дай БР по ней. Кладбан. Котенок, БР по япончику. В мире сумерек вы найдете лишь страдания.
Каску киньте по япончику и лапу. Я сразу закину. Зачем котенок дает БР, если пока тут находится... Заходим. Не бейте, босс. Никитос. Короче. Смещаемся. Адмирал Гро. Розелина. Норси, подними. Что там, БР будет хулибала? Нарсия, подними Денчика. Драгон тебе сейчас может срезаться. Дайте проверить. Стопнить. Сказал же. Я. Денчику заходить или нет? Теперь да. Заходи. Адмирал. Свет, выйдите, Темыч по провокатору. Перебежали. Жунен по кладбону. Большого на пульте. По боссу стоп свет. Боссу немного. Катер, ты нормально вообще? Меня тиком убило. Охуенен. Перебежали. По боссу стоп. Рога правее чуть-чуть. Кладбон опять по провокатору, БР. Как встать, чтобы не убило сразу? Ем большого и трэш, босса не трогаем. Что там от тьмы процентаж вообще не прибавляет? Тьмы. Перебежали. Рога тоже красавчик. Ой, да прохил. Огонь на нас прям. Умер от элемов. В чем? Моя вина. Нахуя ты бурстишь, нет? Тьма плотнее, в центр встаньте. По боссу сыграли. По трэш. Перебежали. По боссу пока сыграйте немного. Мелкий трэш забирайте. Рот, вы не должны, блядь, трэш заливать в соло таргет по ним хуярить, блядь. Вы должны их ауешками заливать. По боссу переключитесь, свет. Войда прохил. Меня мобы сложат. Берите пиздюка, блядь, с танка, там уже большой становится. Прибежали метеор. Блядь, не успел.
трэш заливаете. Крутит заливать еще. Миша, начисляй Драгонсона, Провокатору, блять, Кладбону, Роге, Тимычу, блять. А мне-то за что? Я так много не запомнил. Объясни, пожалуйста, как... Лёш, можешь объяснить дорогу? Мне за что, если меня мобы сложили? Лёх, я на работу поехал. Ладно. Объясняю, почему. По кому объясни? По Тимычу, если по мне эти мобы... Всем ты размахом забираешь всех мобов на себя. Так сказали их быстрее заливать. Их точечно, что ли, лить надо? Из-за этого ты должен размахом сразу давать по всем мобам, чтобы все так мобы... Так я размахом сначала не давал. Смотри, чтобы все мобы агрились на тебя и сразу ложили. Я еще раз говорю, я сначала размах не давал, их собрали, я их точечно побил, потом размахом стал бить. Факт в том, что все мобы сагрились на тебя, правильно? Правильно. Мобы тебя убили. Так то они после того, как упали. То же самое, что с Рогой произошло. Роги как подошли к... Как этот, ты хочешь, чтобы мы сливали мобов, если ты не даешь мне ДПСить? Если я не буду ДПСить, точнее, основной мой ДПСящий скилл это вихрь сейчас по мобам. Он дает по 800-900к под проками. Мне скажешь не бить? Оно ну, срывает просто, всех. Да, если хочешь дохнуть, бей. Почему, когда меня прохиливают, я не дохну, и мобы ложатся очень быстро, у нас ты есть видел? Время убивать. Тебя больше хилят, чем танка. Ты видел, как твое ХП скачет? Тут ДКшки хорошо заливают, кстати, даже. Тебя, блядь, больше хилят, чем танка. Нахуй мне такой Рога, блядь, в рейде, которого хилят больше, чем танка. Дай мне танка в третьего в этот самый в свет, и не упадет никто из миликов ахиллов. Вообще. А толку, если вы ДПС не даете? В смысле? Толку, я спекну одного. Ладно, я Драгонсона спекну в танка, окей. Дальше, что произойдет дальше? Не упадет никто из хиллов РДД и ДД в свету от трэша. У нас был пул, где никто не упал. И почему-то у босса 10 лямов осталось. Там мелкие вырастали сильно. Ну, извини, я за трэш, точнее, за наш ДПС в свету не ответственен за всех тех, кто дает там 10-9к. Я свой ДПС даю по трэшу, мне нужно так, чтобы, блядь, никто не... Если будет танк, никто не умрет, я буду просто напуливать в вихрь. Они все уйдут его в танка. Симыч, спекайся в танка, давай. Спекайся, Тимыч, танк. Будет тебе мишка. Так вон это, у Карины ж на танк есть Т5, может там вообще будет до хрена, да. А, сейчас Карину запущу. Топ, даже заходить нет. Она говорила, ей скучно там смотреть. Че, обратно переспект? Да, сейчас Карина на мишке. Адмирал, ну тебя стримишь, да, на Твиче? То мне что-то тоже скучно. Лёш там, сука. Да, стрим идет. Я лагаю, но стрим идет. Я стрим... А, я ФПС чуть-чуть поднял, у меня ДПС на 6000. Да, ассист. Япончик ассиста, дай быстрее. Да, я сделал, сейчас. Где я тебя не вижу? Да.
Так, Артемия, заходи, ты в свету. Так, дальше. А я в ком? Мобов будешь там. Драгонсон, остаешься во тьме. Даркис, выходишь во свет. Все, суммоньте все. Рыбу ешь-то? Кроме что не хватает? Дайте лапку. Выйдите. Выйдите. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Денчик. Метеорит. Бежали так. Метеор падает. Бежать. По коту твой БР. От чего сдох, котенок? Сгорание. По большому чуть поработайте, РДД. База будет. Все, сейчас кружочек. Почему не перебежали? Ладбон по инерции. Пока тут котенок и этот. И мосты, если что, драгонцы. Мобы растут, заливайте уже быстрее. Заходить можно? Заходим. Стоп. Вовремя сказал.
что, все, дохнем? Да, дохнем. А чё лезвие так быстро появилось? Чё случилось? Держи. Я зашел, босс от меня отпрыгнул, и через 3 секунды лезвие появилось. Кого-то это ты спрашиваешь? Перешло на фразу. Кого-то это ты спрашиваешь? Да. Потому что лезвия появляются через 30 секунд после момента, когда босса перевели на вторую фазу. Вы зашли позже. Ты должен сразу в портал заходить, как только он появился, и ставить босса. И помнишь, даже если трэш там в свету. Ну похуй, ты что, трэш танчишь, что ли, видишь? Не. Ну так все. За то время, пока ты поставишь, они трэш должны добивать. Если даже и не добили, там пару человек остается в свету, блядь, которые могут в теории добить. Мамонта поставьте. А вот джипстей. Короче, я помечаю на листик, потом зайду в игру, поначисляю. Рыба стей. Броня, выйдите, босс. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Совсем встали. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения.